Всем привет, ребятки! Сегодня будем сбегать от вот такой вот какой-то учительницы робота. От учительницы аниматроника. Так, я что, нажала играть, что ли? А, да, я нажала играть случайно. Вот, так. When you enter this room, learning is fun. Короче, я ничего не понял. Так, какая-то пожарная сигнализация. Ну, нажмем. Что-то произошло не то с этим роботом. Так, я пойду отсюда. Походу просто так убежать не получится. Что-то сейчас за нами погонится. А, вот да. Этот робот за нами и гонится. Ну, попробуем от него убежать. Смотрите, какой он страшный. Так, а куда? Вот сюда? Типа, вау. Я с первого раза прошел. Все, изи. А где она? Теперь. Чё она? Короче, она потерялась. Так, что это такие за ступеньки? Они изичные. Давайте посмотрим. Вау, куда я упал? Тихо. Погодите. А вот это что такое? Вау, вау. Так. Шипы. Опа. Все. Опа. Все. Я прошел. Теперь залезаем. Залезаем наверх. Вау, какие-то вентиляторы. Так. Пробегаем. О, это что такое? Это баскетбольный зал какой-то. Так, я прибежал в центр. И вот она выбежала. Но я ее как-нибудь сейчас обману. И пройду. Да, изи. Просто изи. Так, а куда? Она дальше за мной гонится? Так нечестно вообще-то. Так. Подожди, она... Эй, тихо. Аккуратно. Так, а там что такое? Шарик? Секретный бейдж какой-то? Нет? Нет, я просто упал. Ну ладно, погнали. Вот тут какие-то трубы. Я могу тут считерить. И будет изи. Так. Тут еще трубы. Тут еще трубы. Почему в каждом обе трубы и канализация? В каждом. Почему так сделано? Хоть одно есть обе, где нет трубы и канализации. Осторожно, утка, что значит? Подожди. Так, нужно... BioWare Duck. А, там реально какая-то утка будет. Так. Что за утенок? Что за утенок будет здесь? Миленький утенок. А вот что за миленький утенок будет. Это что такое? Как мне от него убегать? Ой, а он так квакает смешно. И чё? И всё? И ты за мной сюда не погонишься? Ну ладно. А так хотелось. Так, что тут? Тут нужно залезть наверх. Так, шипы. Ничего себе, какие шипы страшные. Так, постараюсь их не задеть. Вот, все, я их и не задел. Так, как эту дверь протолкнуть? Давай, давай. Что это? А, нет, нормально. Нормально. Какие-то лазеры. Так, забираемся наверх. Наверх. Тут капканчики. Такие. Опа. 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 Все, нормально. Прошел я все. Арт-класс. Вот сюда.
И киевские человечки тут какие-то живут. Что это такие за человечки? Ничего себе, какие тут картины. Смотрите, особенно вот это, прям вообще топ картина. Прямо не сравнится ни с какой в мире он меня поймал. Так, ладно, погнали. А как вот эти быстро в эти двери попасть? Почему я не могу вот каждый раз? Давай, вот, все нормально. Пробегаем. Вот этот какой-то смайл. О, что за красная комната? Ай, быстрее. Так, что за дождик? О, тихо, тихо. Вот сюда? Да? А почему не открывается дверь? Вот как? Вот как сюда зайти? Так, а я могу просто вот... Да. Так, вот опять неработающая дверь. Вообще нифига. Кафетерия. Что в кафетерии? В кафетерии у нас какой-то повар. Сумасшедший повар. Который из людей делает котлетки. О, нет, ну как? Как я так попался? Я же ее нормально обходил всю там, вообще со всех сторон. Так, вот она бежит, а мы так берем и бежим вот сюда, в другую сторону. Ее обманываем. И что-то происходит. Что происходит? Вот это самое интересное как раз. Опа! Все, она исчезла? Да, она исчезла. Все хорошо. Так, что это такое? Свым? Зачем плыть? Фу, что за вода? Где вы вообще такую воду набрали? Непонятно. Супер странная вода. Ладно, плывем, чтобы уж сбежать отсюда. Я готов на все. Ой, что, где я? Это бассейн? А почему у меня все темно постоянно? У меня может быть все не темно когда-нибудь в жизни? Или всегда будет темно? Вот сюда, что ли, зайти? Давай, давай. И чё? Get to the bus. Автобус? Что за автобус? Где автобус? Так, я просто так буду до автобуса бежать? А, нет, тут еще за нами будут гнаться какие-то еще утенки. Тут вообще все, походу, за нами будут гнаться. Так, а куда? Или не все, или только два? Или все-таки все? Так, ладно. О, нет, все-таки все. Так, мы садимся вот в этот автобус, да, вот в этот автобус, нет? Или что, или почему я умер? Я же должен был зайти в этот автобус. Ладно, все. Я сейчас сразу бегу прям в автобус со всех сил. Даже не смотрю на этих утенков. Нет, все-таки придется на них посмотреть. Так, вот здесь выбегает повар. А я убегаю вот сюда. Да почему меня опять поймали? Короче, сейчас я быстро добегу. Все, я добежала, ребятки. Вот они ломятся. Как их? Эй, пока! Что происходит? Что произошло, ребятки? Я взломал игру. Подождите, я не хочу туда. Я хочу ресетнуться. Я хочу еще сильнее как-нибудь игру сломать. Смотрите, автобус сломался вообще. Жесть какая-то. Я сломал всю игру, ребятки. Так, бежим, бежим, бежим. А автобуса-то нет уже. Короче, я сломал всю игру.
Теперь мне придется самому бежать. Ой, они все пропали, оказывается. И чё? И чё теперь? Тут какой-то Бекон. Он запрыгнул в этот автобус. Ладно, ребятки, я побежал. Смотрите, на меня едет этот Бекон, он меня обгоняет. Эй, нет, Бекон, ты куда уезжаешь? Нет! Эх, он уехал. А я никак не могу добежать, но все-таки я добежал, смотрите. Смотрите, все нормально. Я добежал. Я добежал. Большой победитель. А почему до сих пор все темное какое-то? Тут и должно было все темное быть, или что, или почему? Так, погодите, давайте это все возьмем. Уи-хи! Я куда-то убегаю! Эй, вы там где? Вы там нормально? Вы там живы? Я к вам бегу, слышите? Котик к вам бежит. Теперь я за вами буду бегать в 3 раза быстрее, чем вы за мной бегали. Так, я застрял, подождите. Да как сюда залезть? Так. Так. Я пробегаю? А, нет, я не могу. Так. Нужно тут зажаться как-то. Хотя нет, я уже все. Я уже тут весь прожался. Ладно. Короче, если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Сегодня с вами был Джамвейр. Мы играли в Обби со злым учителем, аниматроником. И всем пока-пока!